приветствую, всем здоровья. В последнее время я стал больше времени уделять езде на велосипеде, и порой, уехав куда-нибудь, возвращаться приходится затемно. Если езда днем или вечером проблем не вызывает, то ночью чувствуется острая необходимость в наличии переднего фонаря. В первую очередь он нужен, чтобы обозначить велосипед на дороге. Ну и разумеется, если случилось заехать на неосвещенный участок дороги, фонарь также лишним не будет. Собственно, сегодня на обзоре будет фонарь. Заказывался он в Китае. Сейчас давайте на него посмотрим. Выглядит это приобретение вот так. В комплекте сам фонарь, аккумулятор вот с такой сумкой, который имеет возможность крепиться посредством липучки на раме, выносе, ну или еще куда-нибудь, в зависимости от вашей фантазии. Также присутствуют резинки для крепления фонаря на руле, зарядное устройство для аккумуляторов и приспособы для ношения фонаря на голове. Давайте рассмотрим этот комплект детальнее. Сам фонарь, как видите, достаточно маленький, но забегая вперед, скажу, что его более чем достаточно для освещения. У продавца на странице заявлен световой поток в 1800 люмен, и в конце я добавлю фрагмент езды с этим фонарем. Пару слов по аккумулятору. Я заказал версию на 6400 мАч в сборке на 4 батареи, но есть также вариант на 10000 с 6 батареями. Подтвердить или опровергнуть соответствие заявленным емкостям не могу, потому просто озвучиваю цифры, указанные на странице продавца. Никакой информации по классу защиты нет, но судя по исполнению дождя, это изделие бояться не должно. Что ж, давайте подключим батарею к фонарю. Сразу видим засветившийся светодиод. Здесь их три. Поскольку я уже поездил, у меня светится только один. Они указывают на степень заряда батареи. На самом фонаре присутствует одна единственная кнопка. Ей фонарь включается, и ей же можно выбрать один из трех режимов яркости. Ну и, разумеется, этой же кнопкой фонарь выключается. Давайте взвесим фонарь с батареей и посмотрим, сколько это чудо весит. Так, давайте приступим. Взвешивать фонарь будем с резинкой, поскольку она неотъемлемая часть. Без нее вы на руле его не закрепите. Фонарь весит 62 грамма. Батарею, разумеется, также будем взвешивать в сумке. Весит она 190. Ну, получается, комплект добавит вашему велосипеду 252 грамма. Вот такое приобретение. Кого заинтересовал этот фонарь, ссылка на него найдете в описании к видео. На сегодня это все. До новых встреч!